Всем пламенный привет, я Осмий, и мы вновь продолжаем выживание на скайблоке. И что вы видите у меня за спиной? Это будущие кабинки для моего интересного варпа. Давайте его напишем. Я назвал его боулинг, но в дальнейшем здесь будут появляться еще новые механизмы, в том числе и казино, но это уже в дальнейшем будущем. Давайте напишем варп боулинг. Ой, да что ж такое-то, боулинг. И можно также на английском. Опишем варп боулинг. Вот, мы оказались на моем варпе. И давайте я покажу вам уже рабочую кабинку, как она работает. Вот, мы заходим, нажимаем на эту нитку, и дверь благополучно закрывается. И к нам никто не может зайти. Итак, мы берем какую-то вещь. Давайте возьмем вещь отсюда вам. А так, фонарь, и кидаем его на наш лед. Он катится, и загорается наша лампа. И мы получаем наш подарок, наш приз. Давайте попробуем воссоздать этот механизм. Так, все материалы я уже подготовил, давайте их возьмем. Так, давайте поставим наш лед. Два блока ото льда и ставим наш сундучок. На сундук поставим воронку, а на воронку можно поставить уже любой полублок. Дальше ломаем этот блок, у сундука поставим камень. Ой, ой, что я делаю? Я выкинул нашу дверь. Так, поставили компаратор. У компаратора поставим блок камня. И на этот блок мы поставим наш факел. И на этот факел мы ставим еще один блок. А на этот блок еще один факел. Ставим блок таким образом. И на факел надо поставить еще один блок. Здесь мы поставим нашу лампу. Ставим нашу лампу. Замечательно. Давайте проверим, она работает или не работает. Надо делать вот так вот. Так, кидаем. Ой. Все работает, замечательно. И также давайте сделаем путь к нашему раздатчику. Так, а сам раздатчик будет у нас вот здесь вот висеть. Давайте его тоже повесим. Эти блоки ломаем. И проводим линию для сигнала. И давайте сделаем механизм для нашей двери. Ставим наши крюки. Ставим одну нитку. Здесь мы поломаем. Поставим новые блоки вот таким вот образом. Сделаем вот так вот. И установим наши двери. И эти пустоты можно закрыть также нашим камнем. Вот так вот. И здесь можно какое-то сделать освещение. Но это уже потом. Так, закрываем. И будка у нас готова. Вот, и к нам никто не сможет зайти. Так, давайте еще проверим. Оп. Все работает. Все работает. Замечательно. Так, выходим. И все. И давайте закроем также и здесь. Ну вот и все, наша будка готова. Наша будка готова. И у меня остались еще скайблочные кейсы. Давайте их покрутим. Так, я выложу все наши вещи. Так, выкладываю все наши вещи. Это оставляю. И давайте пишем спавн. Что же нам выпадет? Испытаем, так сказать, нашу удачу. Что же мы получим? Так, открываем наш скайблочный кейс. И что выпадет? Так, можно выбить уровни. Можно книги выбить. Пятый уровень. Замечательно. Пятый уровень. Это пригодится. Уровни также пригодятся. Давайте книгу какую-то. Шалкербокс. Вот это да. Вот это да, ребята. Шалкербокс — это классная вещь. Так. Музыкант. Ну, тоже пригодится. Тоже ничего.
Так, еще много кейсов у нас осталось. Так, нотный блок. Давайте что-то особенное, одни обычные. О, Poison Blade. Poison Blade 1. Замечательно. Poison Blade. Можно продать или наложить на наш меч. Замечательно, еда. Очень много еды. Так, 15 кейсов еще остается. 15 кейсов и одни обычные. Одни обычные. Повар, опять повар. Опять один и тот же набор. Да, один и тот же набор. Давайте что-то эпичное. Эпичного еще у меня не было. Музыкант. Еще один музыкант, нормально. Такс, и что сейчас выпадет? Что же выпадет сейчас? Ну, вы видите, одни обычные. Остается только 10 кейсов, и я не надеюсь. Опа-на, ребята, опа-на. Легендарная, мы выбили легендарный набор. Давайте это все выложим. Пишем изго. И посмотрите, как он изменился. Как я его изменил. Я сделал также деревню. Да, у меня появилось очень много ульев. Очень много ульев я выбил. Да, и также я купил, наконец, наш колокол. Так, положили наши вещи, и давайте пишем спавн. И у нас еще осталось 10 кейсов. У нас осталось еще 10 кейсов, замечательно. Это повар, давайте раздадим эти вещи. Это тебе. Итак, открываем еще один кейс, что выпадет на этот раз. Ну, как вы видите, одни обычные. Пятый уровень опять нам дали. Нам дали опять пятый уровень. Так, вещи я тебе дать не могу, увы. На, это тебе вещи. Забирай. Открываем еще кейсы, что выпадет на этот раз. Ничего путевого. Яйца только. Землю я оставляю. И в меня кидаешься. Ну спасибо тебе. На тебе музыканта. А тебе даже не нужны эти пластинки, как я вижу. Или нужны тебе? Нотный блок ты мне отдал. Назад. Опа-на, призыватель! Вот это да. Их можно выгодно продать, как я думаю. Опа-на, опять музыкант. Что-то нам на музыканта только и везет. Нам только везет на музыканта. Осталось совсем ничего, и я надеюсь выбить хоть какое-то угольное чудо. Вот это да, ребята. Угольное чудо. Очень много угольных блоков. Но они тоже пригодятся, кстати. Они тоже пригодятся. Опять нам дали повара. Так, на тебе эти вещи. Они тебе пригодятся, я думаю. Ну что, ребят, в этом видео мы сделали очень много важных вещей. Мы сделали кабинки для нашего боулинга. И покрутили немного кейсов. И на этом моменте я закончу это видео. До новых встреч. Всем удачи. Пока.